Пешеходный переход – единственная на сегодняшний день своего рода переправа с одной стороны улицы на другую. Движение по проезжей части вне зебры в лучшем случае обойдется идущему в 500 рублей. В худшем – это шаг в отделение травматологии. Однако не для всех жителей Твери это аргументы, чтобы переходить дорогу в положенном месте. Причем среди тех, кто игнорирует пешеходный переход, немало граждан старшего возраста. Сотрудники ГИБДД ежедневно выезжают в рейды на улицы города, чтобы не только оштрафовать нарушителей, но и в первую очередь объяснить, почему так делать нельзя. Наш корреспондент присоединился к профилактическому рейду и выслушал аргументы тех, кто шагает вне правил. Утро, улица Хрустальная. В поле зрения инспекторов женщина старшего возраста, которая переходит проезжую часть всего в 10 метрах от пешеходного перехода. Вам предупреждение устное вынес, ладно? Смотрите, аккуратнее. Пренебрежение правилами старшее поколение объясняет тем, что здоровье не позволяет дойти до зебры. Надеясь только на сознательность водителей, они нередко оказываются под колесами автомобилей. То же самое место 5 минут спустя. Мужчина спешит через дорогу. Свой опасный маневр он оправдывает двумя аргументами. Я инвалид, нога болит. Мне это трудно ходить. У вас пешеходный переход в зоне видимости? Ну, тут там остановка, неправильно сделали переход. Почему неправильно? Ну, потому что остановка, маршрут расстрел запрещена. Как здесь они? Пускай правильно переходы делают. Инспекторы приняли к сведению возмущение гражданина по поводу расположения пешеходных переходов, но штраф все же выписали. Штраф 500 рублей. Также действует скидка. Первые 20 дней 250 рублей за данное правонарушение. Протокол инспектора выписали и этой гражданке, которая, к слову, пару лет назад уже попадалась за это же самое нарушение. И вот снова женщина переходит дорогу вне зебры. Да тут все переходят. А почему не на пешеходном? Он же рядом. Ну вот всегда тут бегают. А не страшно? Ну, посмотришь машину, если нету, перейдешь. Надежда на авось тех, кто идет, и невнимательность тех, кто едет, вкупе приводит к ДТП и вследствие травмам и даже смерти. Часто инциденты случаются на крупных магистралях вблизи остановок транспорта и торговых точек. Во все будние дни, да, это вот как утренние часы, да, когда люди спешат на работу, зачастую, так скажем, пренебрегая, пытаясь побыстрее перейти дорогу к остановке общественного транспорта, чтобы сесть, да, либо там даже при паркованной машине сами водители зачастую бегают через дорогу. Это вот наиболее у нас подвержены наши крупные магистрали. Тверской проспект, проспект Победы вот здесь у нас. На Волоколамском проспекте более-менее ситуация обстоит с направляющими пешеходными ограждениями более, да, так скажем, они плотно установлены. Автоинспекторы предупреждают, главной гарантией безопасности участников дорожного движения – это соблюдение ПДД. О них необходимо помнить как водителям, так и пешеходам. Переходить дорогу в положенном месте, посмотрев по сторонам и убедившись в безопасности. Тем, кто за рулем, увидев знак пешеходного перехода, сбрасывать скорость и проявлять максимум внимания.